Xperia Z и замена лектора SIM карты. Так он выглядит. Снимаем заднюю крышку. Можно прогреть. Так будет более безопасно и более правильно, наверное. Можно снять так аккуратно. Выключаем телефон. Вот он здесь у нас находится. Снимаем плату. На трех болтах она у нас. Аккуратно отстегиваем разъем антенны. Включаем камеру, шлейф, батарею. Посмотрим, чтобы не было у нас сим-карты. Сим-карту у нас внутри вытаскиваем. Достаем плату. Вот он у нас сим-лектор. Отломанный. Нам, наверное, не видно. Две направляющие выломаны. Греем, снимаем феном, снимаем камеру, ставим держак, ставим 350-400 градусов, нагреваем, нагрели, добавим флюс на разъем,
Снимаем аккуратно. Старайтесь, чтобы воздух на плату не попадал, потому что там внизу у нас стоит процессор, залит компаундом. То есть старайтесь разогревать вот эту часть металлическую. Сняли. Теперь нижнюю часть. Снимаем из держака. Ставим новый лектор. Покажу поближе. Остыла плата у нас, ставим по центру, ровно по своим точкам, которые мы должны припаять. Ну, вроде все стоит ровно. Прихватываем. Сдвинулось чуть-чуть. Добавим флюс. Прихватили. Аккуратно вторую сторону. Прихватили. Поплотнее к плате старайтесь, чтобы зазоров не оставлять. Далее по периметру. Готово. Здесь места маловато, видите, вот тут сложновато припаять. Если у вас есть, конечно, супер тонкий паяльник, жало, то можно попробовать, но вот сюда уже не подлезешь. И снизу нельзя согреть, потому что он стоит, там все залито компаундом. Можно прихватить вот здесь вот сверху. Прихватить сверху вот таким вот образом, прямо к защитному экрану. Все, никуда не денется. И поближе к плате прижмем. Все, дальше паяем непосредственно сами контакты, сим-карты.
Добавляйте флюсы, если не припаивается, берите припой. Вот вроде все. Можно проверить чем-нибудь острым, иголкой, например. Можно под микроскопом, еще лучше. Все нормально, проверили. Можете иголкой вот так вот, если у кого зрение хорошее, проверить качество припоя. Очищаем спиртом, только не медицинским, техническим спиртом, который моментально испаряется. Очищаем слот сим-карты от флюса. Продуваем феном. Вставляем плату. Всегда вставляйте на этой именно модели, всегда вставляйте плату гнездом зарядки. Сначала должен стоять гнездо зарядки в свое место, и потом уже опускайте ее в свои пазы. Застегиваем шлейф. Батарею. Экран. Основной шлейф. Кабель. Достегнули камеру на место заднюю. Антенну Wi-Fi. Три болтика. Второй, третий. Давайте вставим слот сим-карты для проверки. Включим телефон и проверим. Крышку. Пожалуйста, сим-карта читается, запрашивается пин. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Удачного дня!